Привет, зритель. Матья бывает разная по цвету, це факт. Я сначала хотела харай на мукасе, или эту самую, другую мукаси засундучить. Но потом подумала, что я и так уже ее пила, брала как-то в гости, но человек не проникся, чисто от запаха воротила человека. И я в чашке ложкой просто вот так с кипяточком бодяжила. Поэтому я решила, что ту оставлю эти две баночки чисто уже на венчик. И поэтому открыла вот эту вот. У меня закончилась матья от подписчика на вот в пустых коробочках. Я, может быть, даже сегодня запишу без очков, потому что в очках у меня их сейчас столько всяких очков. Это очки, в которых я стригу ногти на ногах. Не на минус 7. Я в них долго не могу находиться. У меня есть еще на минус 4. Но они слегка слабые для меня. У меня есть, наверное, на минус 1 или как-то так, почти фотохромные, ну, в смысле, темненькие такие, родственники дали на время. Очки в дырочку есть, а еще очки с поляризацией, они совсем не подходят. Короче, в общем, я, наверное, сегодня сделаю без очков. Я даже голос сегодня вымыла с ароматной водой розовой. Правда, на камеру-то это не будет видно, это розовая вода смыться не почувствуется. Но запишу я сегодня эти пустые баночки, в смысле, пакетики. Вот у меня даже... Я его не убрала. Но он тоже будет в этом самом пустых коробочках. В общем, вот эту матью из Японии я сейчас открыла. Блин, как же неудобно. Когда смотришь один глаз защурив, кажется, будто это все под углом. Когда смотришь двумя глазами, понимаешь, что это не под углом. Короче, вот она. Сейчас я ее залью кипяточком. И буду выпивать. Хотя, может быть, даже получится. О, у меня там опять гора посуды. У меня тут, кстати, на сковороде есть эти котлеты из акары, которая у меня сначала была паштетом, но я про него забыла благополучно. Другую часть паштета я заморозила. И вот вчера решила зажарить и посмотреть, что будет. Но я пока еще не пробовала. Так вот, полноценных. На свой страх и риск. Смотрю через телефон. Вот самое интересное, когда я смотрю поверх телефона, то этот чайник несколько, ну, слегка размытый по краю. Да? Когда я смотрю через телефон, может, у меня тут увеличение какое-нибудь включено, то у меня это более четче. Замешаем. Да, он, как Никита говорил, темп появляется сразу, как только водой зальешь. Венчик не обязательный. Ну и с венчиком я тебе сделаю маття. Кстати, ложка от другой подписчицы, но Павла на меня уже не смотрит, моя ложка. Когда ко мне приходит одна девица на обед иногда и играть на пианино, то она, если эту ложку увидит, то она: «О, я возьму свою ложку». Я вам тут на 3 минуты с лишним наговорила. Всем пока!